Все правильно. Наверное, наверное. Ну, я верю в Бела на этой карте, мне кажется. Ну, пусть он там забросили ее. Да. Немало. Давай за него начнем. Да, завели Арса, каленый респ. Хвала респам. Не попало. Ну да, столько придумывали. И поймал. И тут ошибку совершает. Ну, еще не критическую, потому что шапка. А че Луги его не допиздил, что-то я не понял. Да, ща, вот, видишь. На драйву попадать, алё, парень. Ну, аптеки не скоро, как бы. А, да. На мигу сейчас можно прыгнуть, да. Вот так. На луке сейчас шафт возьмет. Обзавелся там своей любимой пушкой. И будет ползать по карте на жопе. Берёс вообще шафт игнорирует. Правильно. Да, на этой карте не нужен. Да, оружие, разве что на лестнице только подраться. Еще удобно. Бы ракету бы попал. Ну, ну хорош. Ну да, вот. Короче, Луги отшафтился, я бы сказал. Да, отшафтился. Но неудобно просто шафтить, слишком много углов, ты постоянно там да стрейфишься за них и... Гу-гу. Зря стоял. Лучше бы не брал там шафт, короче. Ну да. Ну как вот можно было отдать все вообще? Это Виллер. Просто рады. Луги с машинганом и 50 хп просто взял, забрал. Два этого на халяву. Еще дам. Ничего, сейчас он продавит сейчас, смотри. Только шафт опять да. Не берет. Вот я бы уже взял бы шафт. А, у него есть, отлично. Ну, рейла нет, вот очень плохо на карте. Да, надо бежать. Отхватил там на ровном месте. Ой, минус 200. Опять красная на халяву. Надо идти, мега лежит. Вот то есть у Луги было хуйлион стека, и он тупо не пошел на красную да заранее. Да, это гениально просто. Какие нелепые файты, я просто шоке. Два киборга играют. Киборги. Стенку сейчас бы нам пострелять. Долго прицеливался такой. Да, просто в стену. О, в глаз попало. Лужу как бы можно сильно аркадить на самом деле. Вот я когда с ним плакал. Если у него нет контроля, то он даже не пытается его вернуть, вот еще проблема. То есть он такой. Но он его если... не пытается установить, я бы сказал. Да, если ему с первым респом не повезло, то дальше он даже и не пытается там армору какие-то. Нихуя себе там отхамить. Прыгнул на шафт лужа. Ну сейчас преимущество увело. Надо забирать на самом деле красный просто. Было. То есть надо было на лестницу пойти. О! Хорош! Такая ракета для глупца. Да вообще, он как слон просто на нее пошел. Ну и рокет-джампа, да. Нормально. Много стека, правда, потерял, но красный. Да. Луги даже не пытается там протаковать. В принципе, это хорошо сейчас для Виллерса. Смотри, твоя тактика и пользуется. Да. Лучше. Только и непонятно зачем, потому что ему надо фраги набирать, а не бегать. Я бы сейчас на центре карты мига вообще треснулась, но вел как бы... Мне кажется, он моей тактикой пользуется с начала игры. Мига и желтые лежат. Я даже знаю, кто их сейчас возьмет. Да, я угадал. Как мне это удалось? Не знаю. Да, это было непросто.
Смотри, давление тут идет. Сейчас опасная ситуация. Нужно на аптеке идти. Молодец, Велерс. Сейчас все заберет. Похер вообще на эту мегу. Желтый можно взять. Сейчас дэмэджа надо получить как раз, но не слишком много. Надо уходить. Да не, почему? Вот он не доджится вообще совершенно. То есть только дэмэджа какого-то халявного абсолютно, которого можно было избежать. У него настрой на победу, понимаешь? Надо попадать. Возьми. Надо на меге стоять, мужик. Просто стоять на меге. В бочину попал там, в луги. Ну, в общем-то, все очень хорошо выглядит для Велерса. Я не вижу, как Лугия будет камбэчить из этой ситуации с его игрой. Ну да. Сейчасшней. Ну, можно просто дефолт дальше разыгрывать на БЦ по. Да, то есть он, имея красный, даже не пытается что-то сделать. Да, и бой он не может навязать, он недостаточно быстро передвигается, и позиции он какие-то глупо занимает. Я реально удивлен, то есть он играет медленнее Велерса, по-моему, это достижение. Это как если бы Зубич умел шафтить. То есть, примерно... А, и, ну, в принципе, Зубич-то армора собирает. Да, Зубич этого. Довольно хитро играет. Это да. Как ему это удается? Не знаю, не знаю. Это интеллектуальный промот, как известно. Да. Тот же он, конечно. Где-то там он смайлики посылает, наверное, думает, что это какая-то вообще неимоверно крутая. Как это Лугия схватка. Вот Гаю победила, вот это я не понимаю. На какой карте? На 3А вроде. А, он не победил, он почти победил. Он там говорили там договор... один фраг или что-то такое. Договорняк был, наверное, финский. Братский просто. Вело, кстати, проценты какие-то не егошные, обычно он больше попадает, тем более, что лужа вообще тоже не должится. Им очень просто попадать. То есть, возможно, волнуется. Да, подозрительно как-то. Потому что я когда играл с лужем, я там по 70% фейлган был на трех картах. И, ну, ему у тебя это понятно. Да у меня-то и... все равно не будет 70. Будет. Он реально не должится. Ну, он доджится в ситуациях. Когда он идет куда-то, мне кажется, да, он не доджится. Ну и сейчас можно просто сейфово отыграть Велу. Самое время это сделать. Остается не так много. Ну еще и стека там не остается у Луги. Сейчас он его подрелит еще, да. Это от Lethality. А вторая карта, у нас что будет вообще? Что-то у меня наверное, стрим завис. Как же так? Записи глянуть. Или пусть обновят страницу. У меня такое тоже бывало, когда я пытался тебя смотреть. Говорят, что картинка стоит. А звук есть, да? Странно, у меня в ОБС двигается все. Не знаю, что. Ну, надо страницу обновить, значит, товарищ. Работает стрим, пишет. Все нормально, значит. Дезинформирует, не да. Ну, и не то чтобы тут было на что смотреть. На киборгов. Да как-то так себя отыгрывают. Ну, хотя бы ее выигрывают. Это уже приятно, согласен. Это да, это да. Так, а вторая карта у нас походу Пука будет. Пиквела. Ну, да? Это спорный выбор, там шафтилити. Да, но только уже вообще не умеет играть. Он вот за 15 лет промод научился две карты катать.
Какие? 22-го. Это называется научился? Ну, как сказать, он их знает. Понятно. Зато 40 шафта. О, видали? Да, да. Может, шафту когда вел на лестницу поднимался. Исключительно. Не, он там шафтил, там против рейлганов и до всех сил. Но ничего, все равно дэмэджа мало. Как-то, в принципе, конды. Смотрю приколюхи от Лёшки. Молодец, Красти. Ну, тоже давай за Велу. Тут, я думаю, счет должен быть поинтереснее. Давай за Луги посмотрим, начнем, посмотрим, что он придумает. А, да. Мастер-класс от... О! О, вот это сильно было, да. Да. Допрыгнул. 15 лет дефага. Сразу видно. Ну, позиция, типа. О, видишь, дамаг сделал на халяву, молодец. Ну да. Сейчас рейл драка. Не, не будет драки за рейл. Будет в глаз, короче, рейлган. И все. Надо отступать. Не знаю, что делать. Ну, это на помойку. Да ладно, неужели передамажит? Надо было рейл попадать в елку. Да, он что-то не воспользовался преимуществом-то. Ну, Вела сейчас 100 на 100. Я на него переключился. Посмотрим, что он будет делать. Луги и Мега с красным. У Вела хоть все пушки есть, это уже хорошо. Сейчас надо позицию сверху занять. О, красавчик. Прикольный, прикольный мув, да. Домашнее задание сделал Велерс, я вижу. Какие-то наработки свои там демонстрируют. Ну вот, кстати, когда лужа со стеком, против него, конечно, посложнее играть, не дает он там подойти к себе. Если в упоре, то стреляться не очень приятно. По понятным причинам. Поэтому я бы начал его разрыливать сначала, да. И потом уже можно. Ну, тут аптеки. Все равно передамажил. Да, но он молодец. Там. Вовремя. Ушел как раз на последний хп. Ну и сейчас есть преимущество по стеку. Нужно атаковать на желтый, мне кажется, снизу. А, ну Луги туда и не торопится. Будешь ли на меге драка? Перемещается по карте, обрати внимание, лучше. То есть вообще беззвучно абсолютно. Как питон. Змей проклятый. Клятый. Прости, Корп, что перепутал тебя. У тебя ник здесь на Твиче похож. На Красти. Я подумал. Ваша там варсовер? Да. Будут там какие-нибудь турниры для мобов, не в курсе? Так это, ЦПМ Дуэль Лигу. Там этот дивизион для полных глупцов даже есть. Не-не-не, именно для варсовок. А, да-да, бьёщ. Я думал ворваться. Глупцов. А, со смерти чума. Чё, совсем нифига? Ну, ивентов нет. Там чё, играют нет? В пикап какие-то эти. Любители бомб. Да уж. Ну, дуэли, в общем-то, да. Я даже удивляюсь, вот я захожу. И там всегда дуэли вечером. Интересно. Тем временем у нас 2-1. Оба игрока очень медленно играют эту карту. Непривычно на самом деле видеть. То есть пукка, там надо носиться, убивать. Ну да, аркадная довольно карта. Знаешь, меня всегда интересовало, как такие режимы, типа НТФ, там... ТФС, закладка бомба, как они вообще приживаются, кто в них играет, все эти люди, зачем?
Почему это популярно, мне вот, я не понимаю. Ну это то же самое, почему и Аэровол в дуэли популярен, то есть глупцы. Проще играть, чем остальные моды. Смотри-ка ты, Лугия-то счет взял. Ну да. Надо нам на игру внимание обратить. Тут вот катастрофа может случиться, между прочим. Шафта здесь, конечно, драться вообще очень неудобно. Да. Не должится как-то. Лугия, мне кажется, вот понял, что надо. Точнее. Да, Лугия понял, что надо шафта стрелять, потому что до этого он вообще по кричи им не пользовался. Тут вдруг опана и начал шафтить. Да, ай-яй-яй. Я прям мочу эту. Мочу. Иди, Форест. Ну, три фрага. Преимущество у Луги. И на помойке сейчас Велерс находится. Подловил. Ну, тут ты попал мало и сам еще получил. А подраться не получится. Да. Ну, сейчас нужно просто выживать, тут по-другому никак. Он полностью сейчас контроль, по сути, отдал. Если повезет, Лугия какую-нибудь глупость сделает, там отдаст красный на халяву или что-нибудь в его стиле. Наверняка это сделает, но вот сейчас, к сожалению, вел. Делает глупость, приходит на красный, который только что брали. Да, причем он же мог на него сверху прийти вполне спокойно себе. Блин, ну вот, как мне кажется, ошибка была в том, что он недостаточно агрессивно играл, хотя мог. Ну смотри, еще сейчас все есть. В общем-то, с респа берет красный. Лугия там решил набрать фраг, вместо того, чтобы взять красный и сейфово отыграть. И дал шанс нашему игроку. Ну как она отдал желтый сейчас опять, ну. Кривые ручки называется. Я тоже так люблю. Отдавать желтые. Ну это вообще ничего не решает вот тот желтый, поэтому. Тоже можно красное отдавать. Он теперь сам решил, как Лугия, короче. Учится у лучших игроков. Томаев пишет жесть два бомжа. Преемственность поколений, знаешь, new school, old school. Один показывает, как нужно отдавать. О, шафтилити. Подловил на аптеках, сейчас снова красную отдает. Ну хоть да, Рейлган попал. Сейчас надо вспомнить, какой желтый ресец. Ну вот, вело получилось, смотрите. Сик. Да. Знает, что там соперник, но очень опрометчиво там. Вступает на шафт, прямо налетел. И снова контроль за Лугией, нужно выживать как-то. Аптек-то и нету. Что можно? Ничего нельзя. Ну вот разве что на красную прыгнуть. Ну да, сейчас... Без рейла. Повезло, в общем-то, с респом. И сейчас последний шанс, по сути, будет у Вела. Как мне кажется. Вот факт, да, важный будет точно. И опять на халяву, да, желтый, я вообще не понимаю, в чем сложность-то. Ну смотри, сейчас убьет он его. Ракета да, там второй залетела. Желтый надо взять, было, алло, парень. Надо делать что? Фраги. Повезло, что сейчас не резнулся Лугия прямо на желтом на том. Возьми второй желтый. Да. Просто понятно, со 100 хп сейчас буду воевать. Телепатически надо. Да, передать. Сообщить, что желтая лежала, опять мигу отдал. Василий. Кайф. Вел на помойке, разделяет их один фраг. Сможет ли Велерс выбраться из мусорного бачка? Распаковывает рейлганом, и сейчас можно красный взять. И рокет-джамп бы сейчас делать. О! И пушить на жопу! Да что это такое? Беги! Второй желтый лежит. Да. И мега тоже. Велерс высунул голову, короче, из мусорки снова туда упал. Да, и желтые лежат, ну посмотри. Мега.
гаджет. Ну, я не хочу вот сейчас жить. Да. То есть он понимает, что, блять, там все. Но он сейчас делает фраг, кстати, он выиграет эту игру, он заметит Мегу, да, и сейчас на красном запушит, возьмет преимущество, да. Ну вот сейчас очень зря запушил, у него уже было преимущество во фраг. Сейчас бы ракету не получить, на минус 100. Сейчас доджиться научиться. Научиться доджиться на 30 секунд. Да, да. Фу, пронесло. Нормально. А, блядь. Ебать, 2 хп. Киборг выживает. Ну все, бля. Можно выдохнуть. Все. Ну зато глотал шанс 40, как принято. Да, перешафти Лугию, это медаль правда, надо повесить. Звание киборга. О, как же это было плохо, боже мой. Да, прям вообще близкий.